Социальное развитие региона – это вопрос не только, а в некоторых условиях даже не столько власти. Да? То есть социальное развитие региона – это в любом случае совместная деятельность и бизнеса, и власти, и, как бы, и общества как такового. А уж что там для этого необходимо сделать, чтобы такие механизмы могли реализовываться наиболее эффективно, это действительно полномочия власти, то есть и с точки зрения функционирования институтов развития, которые должны создавать условия, чтобы предпринимательство могло участвовать в этих проектах. Это и вопросы нормативной базы, это вопросы и там многих других, как бы, моментов, которые сегодня звучали. Поэтому, ну, мне кажется, не могу говорить там за все выступления, но несколько интересных идей прозвучало. Если они получат действительно некую поддержку в виде там поручений со стороны Ольги Юрьевны как вице-премьера, это будет очень неплохо. То есть есть и примеры, которые реализуются в других регионах, в частности, то, что там из Ленинградской области коллеги говорили, так, собственно говоря, там вопросы, связанные с уже внесенными изменениями в ряд нормативных актов, как подзаконного характера, да, то есть это требование там по СанПинам, то, что сильно тормозило развитие частного детского дошкольного образования, потому что там требования действительно были очень существенные, так и изменение подходов по софинансированию там процентной ставки за счет бюджета там при реализации проектов в сфере социального партнерства. Ну и, собственно говоря, там судьба закона о государственном частном партнерстве, который уже ждут там много лет, то есть, да, и действительно сегодня Николаева правильно говорила, что по большому счету не принятие этого закона ставит под сомнение легитимность всех, как бы, региональных законов, а их там порядка 60 в регионах, то есть, которые существуют. То есть здесь вот там, ну, обещают, что в самое ближайшее время там закон этот будет рассмотрен во втором чтении Государственной Думы.